All right, welcome everybody. We're excited about the Итак, всем привет. Мы очень рады провести вебинар для вас, на котором мы сообщим текущие новости. И здесь у нас Джереми, Эдвард, Илья. И первые несколько дней после запуска были очень такими насыщенными событиями. К нам присоединилось после повторного запуска порядка 35 тысяч новых партнеров, и более 50 миллионов долларов было инвестировано в компанию. И фактически мы являемся самым быстро растущим проектом на данный момент. И мы всех поздравляем для тех, кто присоединился к нам. Но вы должны понимать, что мы фактически все равно находимся на этапе еще зарождения компании. То есть те, кто присоединился, стоят у истоков, можно сказать, величайшего проекта в истории. И вы, можно сказать, пионеры. Это действительно уникальное событие в истории сетевого маркетинга и финансовых компаний. И то, что вы видите сейчас, это только небольшой фрагмент, верхушка айсберга, так сказать, по сравнению с тем, что мы планируем сделать в будущем. По сути, мы планируем будущее компании на годы вперед. Мы планируем создать, не просто заработать деньги, а мы планируем создать наследие. И у нас есть хорошие, воодушевляющие новости для всех сегодня. И я знаю, ребята, что вы тоже находитесь в Дубае. И очень приятно быть с вами, Эдвард. Да, Эдвард говорит, что у нас есть много новостей, и мы готовы ими поделиться. Илья говорит, да, мы в Дубае, и всегда приятно присутствовать с тобой на вебинаре. Скоро мы уже покинем Дубай. Итак, давайте перейдем к нашим новостям. Обсудим последнюю информацию. Итак, сначала мы поговорим о технических моментах, технической дороге. Сейчас я хочу поделиться сроками, но эти сроки достаточно консервативны. К 8 апреля вы должны увидеть общее количество людей в вашей матрице. Вы должны увидеть цифры как в целом по матрице, так и по каждому пакету. 9 апреля отчетность по пакетам, 12 апреля количество участников в каждом поколении в пакетах, 14 апреля должно быть отображаться общее количество взносов вашей команды и общее количество участников. То есть вы сможете увидеть, сколько людей пришло конкретно в вашу команду, именно по уровням. К апрелю 16-му должно отображаться именно отчетность по личной организации, личной структуре. Также 16 числа общая статистика, общее количество золотые пейсеттеры, золотые лидеры. И, соответственно, сумма
соответственно, сумма, которая собирается на развитие искусственного интеллекта. И я должен сказать, что на данный момент сумма уже составляет 2 миллиона. А напоминаю, что наша цель — собрать 10 миллионов. И мы уже достигли цифры в 2 миллиона долларов. И эта сумма растет каждый день. And that number continues to grow, of course, every single minute of every day. And that report will go live. В 19 апреля вы должны увидеть чек-матч-бонус. Я так понимаю, это бонус доход от дохода. 20 апреля вознаграждение от отличников. И 23 апреля вознаграждение для пейсеттеров и пулы золотых лидеров. You'll be able to see how much you earned separately from each of those pools. И 26 апреля бонус бонус по маркетингу Unilevel. Trading rewards, and of course we're going to have some updates for you here today on that as well. I know everybody's very anxious to have access to the trading reward withdrawals. And on April 26th, that report will be available. К 26-му должна быть готова отчетность, именно сколько вы заработали по данному бонусу и можете выводить. Because we know that you know, some of these issues and it slowed people down. Some people have maybe not been confident to upgrade through the tiers. Да, мы понимаем, что некоторые немножко притормозили работу, потому что не все еще работает как надо. That has slowed down activity and momentum. And so once all of the updates are complete in the back office, мы устанавливаем заново счетчик 30 дней для статуса Paysetter, потому что мы понимаем, из-за того, что кабинет не работает еще на 100%, некоторые, скажем, еще притормозили и хотят удостовериться, что все работает нормально и так далее. See the value of that. One thing I think it's important to say is that no issues there whatsoever. The smart contract, we absolutely nailed it, and it's working perfectly. So these issues are simply back office reporting. Мы обновляем интерфейс API. И внедряем там новые механизмы для смарт-контракта, чтобы какие-то незначительные вопросы тоже были решены, чтобы все работало на 100%. And it's been exciting to go through the learning curve together over the last few days. И за последние дни мы тоже продолжаем учиться чему-то новому, обучаться. And I know that the 30-day reset is going to be something that gives people a great opportunity to take advantage of the Paysetter. И, собственно, эти дополнительные 30 дней позволят многим достичь поставленных целей. For them is even bigger advantage. They have to focus strong on their personal. Да, те, кто, собственно, планирует стать пейсеттером, им нужно сфокусироваться на том, чтобы помогать своим лично приглашенным. Really quick, I wanted to kind of like put one more attention on when people can start withdrawing. Значит, Эдвард сказал, я не вижу здесь в графике, когда будет доступна кнопка вывода прибыли. Они ответили, что это на отдельном слайде нарисовано. And then, guys, one more, you know, before we get into that, one more exciting thing that we're going to be launching as well after the 30-day reset is the Daisy app. And this is something. И через 30 дней должно быть готово Daisy приложение, мобильное приложение, которое можно будет установить на мобильные устройства, и это приложение будет иметь вирусный эффект. И мы хотим сегодня показать вам некоторые интересные моменты, рассказать по данному приложению. And it literally is going to give every single member
Мы хотим каждому партнеру DAISY дать необходимые инструменты, ресурсы для эффективного продвижения. Мы применяем маркетинговые инструменты для продвижения бизнеса, и мы считаем, что создали лучший маркетинговый инструмент во всей индустрии. В создании этого инструмента участвовали лучшие специалисты. Я вас заверяю, что это позволит вашему бизнесу выйти на совершенно другой уровень. Каждый раз, когда вы будете посылать кому-то, например, видео для просмотра, и он кликнет ссылку, вы получите уведомление, что такой-то человек посмотрел ваше видео. Если, например, вы кого-то пригласили на вебинар, то вы получите уведомление, что человек полностью просмотрел вебинар. Вы можете интегрировать это приложение с любым мессенджером или с любым способом коммуникации, которым вы пользуетесь. Это может быть Facebook, WhatsApp, Instagram и так далее. Вы будете просто нажимать на имя человека и будете видеть именно какие действия этот человек уже произвел. И вы будете таким образом генерировать лидов или кандидатов из разных социальных сетей. Это будет очень мощный инструмент, и он создан правильно с психологической точки зрения. Представьте человек, который говорит, что я готов присоединиться к DAISY, и ему даются подсказки и руководство, какие шаги он должен совершить дальше. То есть это облегчает вашу работу и помогает людям более эффективно присоединяться. Кроме того, эта система, она позволяет автоматизировать процесс вовлечения, то есть человеку время от времени будут присылаться дополнительные сообщения, новости и так далее. И будет применяться, так сказать, система баллов, которая будет показывать, какие из ваших кандидатов наиболее заинтересованы, проявляют наибольшую заинтересованность. И также вы будете видеть, кто, например, из ваших кандидатов еще не полностью просмотрел видео или вебинар. Также в приложении можно будет устраивать зумы. Вместо того, чтобы посылать ваших кандидатов на какой-то внешний сайт, вы сможете им посылать прямо приглашение на выступление основателей в Zoom. И, например, в ходе вебинара мы будем говорить, что обратитесь к человеку, который пригласил вас на этот вебинар, на этот Zoom. Человек прямо на вебинаре нажимает ссылку и может связаться с тем, кто его пригласил. And you get a notification,
Также будет функция, где вы сможете делать рассылку членам вашей команды. То есть вы, например, можете делать какие-то обучающие видео или какие-то инструкции или презентации и рассылать членам вашей команды. For your team as a leader, and you can create your own content, customize all of that. Также мы будем устраивать различные соревнования, так называемая геймификация, то есть в формате игры, когда люди будут поощряться участвовать в соревнованиях, например, кто разошлет больше реферальных ссылок и так далее. На постоянной основе мы будем проводить такие конкурсы или соревнования. There's an activity record of your actions with each prospect. So you can literally click on a prospect and it'll show you, hey, you've already. То есть вы всегда будете следить, какие шаги уже предприняты в плане коммуникации с конкретным кандидатом, и вы будете видеть, на каком этапе вы находитесь. И будет возможность также публиковать слайды на разных языках или видеоролики на разных языках. Более того, будут заранее написанные сообщения, так что не нужно даже будет сильно думать или ломать голову, чтобы такое написать. То есть мы стараемся по максимуму облегчить задачу, чтобы делиться с другими возможностью Daisy, передавать информацию. И мы очень воодушевлены этим нововведением, этим инструментом. Это ожидается запуск примерно в течение 30 дней. И, конечно, мы будем сообщать относительно того, как это все развивается. И можете себе представить, какие результаты могут быть достигнуты с помощью такого инструмента. Yes, Jeremy, it's very exciting. Илья говорит, что за всю мою карьеру в сетевом маркетинге я никогда не видел, чтобы компания создавала инструмент, подобный этому. То есть это очень мощный инструмент, и мы считаем, что это... что это действительно увеличит продуктивность нашей работы. Конечно, работа с этим приложением не является обязательной, то есть может быть у кого-то своя система работы или свои какие-то инструменты. If not, if somebody wants to use their own, some funnels or, you know, some tools, so of course it's also okay. But this kind of, yeah, this Илья kind of, говорит, this что kind он of, в интернет-маркетинге на протяжении многих лет, и он тоже воодушевлен. Скорее всего, это будет готово либо к концу апреля, либо к началу мая. And we can add different languages as we go, right? Сначала приложение будет на английском языке, и затем оно будет тоже переводиться на разные языки. Что касается аудита компании Endotech. Эдвард, I'll throw this to you, because I know you've been working directly with Dr. Anna on the Endotech audit update. So, мы уже раньше объявляли, что аудит будет проводить одна из четырех крупнейших аудиторских компаний. И сейчас мы хотим как раз объявить, какая компания будет это делать, и вы будете впечатлены именно уровнем компании.
And what company is actually doing the auditing and the да, мы уже знаем, какая это компания, но вы пока еще не знаете. I think you just already announced it. It's going to be exciting. We don't know who it is. Well, we do know, but you guys don't know who this is, right? The thing is, I did a call with Dr. Anna just a couple days ago, and доктор Анна сказала, что уже было готово 200 сделок. It explains why, because originally Dr. Anna thought it's a 200 traits we have, because there's about 45 strategies they do about. И это превратилось в 110 тысяч строк торговых сделок. И поэтому требуется время для того, чтобы отслеживать эти сделки. И мы надеемся, что к концу этой недели у нас будет готов полный отчет. И когда будет готова программа, программное обеспечение, это будет уже быстро происходить. So that's we'll follow up later. Я считаю, что мы хотим быть полностью прозрачными и ничего не прятать за кулисами, так сказать, показывать все в открытую. И это будет не просто разовый какой-то аудит, а он будет проводиться каждый квартал. To be able to just continuously, and this is going to be a quarterly audit, so it's not just a one-time audit, but this is going to be a quarterly audit that we publish. Аудиторские проверки будут как раз показывать, что то, что вы видите на сайте, это на 100% соответствует действительности, что это не какие-то цифры, взятые с потолка. Thing that's happening on the back end. So again, it's just a commitment that we have to transparency on every level, and that's what DAISY is all about. So the big thing that everyone is waiting for. Конечно, многих интересует вопрос, когда можно будет выводить торговую прибыль. The biggest reason that we haven't been able to launch. На самом деле, мы не запустили данную функцию, во-первых, потому что еще не пройден аудит. То есть нужно сначала пройти аудит, и только после этого мы сможем запустить функцию вывода прибыли. Мы ожидаем, что это произойдет в течение 2 недель. And that audit will be done. We're also having и кроме того, мы создаем специальный смарт-контракт именно для обработки обработки вывода средств от торговли, потому что прежде чем мы откроем для всех вывод, мы хотим удостовериться, что все работает нормально, нет никаких глюков и так далее, и так далее. То есть мы хотим сначала все протестировать и удостовериться, что все работает правильно. That there's absolutely no issues and no glitches there whatsoever. So we're looking at a maximum of 2 weeks. Could be sooner until the trading withdrawals are live. That being said, really important reminder for everybody. То, как мы продвигаем DAISY, это не какой-то краткосрочный проект. Мы стараемся ориентировать людей именно на долгосрочные результаты. Если вы посмотрите результаты, достигнутые Endotech, то увидите, что торговые счета приносят прибыль в долгосрочной перспективе. What we're presenting to the world is real, то есть вы не сможете оценить результаты этой торговой платформы на коротком промежутке времени. It's long-term success. And so people that are looking to see, hey, what are the profits in week one or month one or week two? Вы можете видеть 10-20% вверх, 10-20% вниз движения. Assess the power of this platform. И потом раз и происходит мощный прорыв и быстрый рост на 100, на 200%. In the big moves up and the big moves down.
this is where the exponential results can happen. And so you can see a little bit of movement for months at a time. You can see 10-20% up, 10-20% down, 30% up, 30% down. You can see this movement in slow term, и дать своим средствам, своему капиталу вырасти благодаря сложному проценту. And so the reason we say this is the smartest thing anyone can do with the Endotech strategy is compound. The smartest thing you can do is have a 1-2 year plan. Конечно, мы понимаем людей, которые хотят удостовериться, что все работает, вывод работает, бонусы начисляются и так далее. Those are the people whose lives are changed on the other side of the results. That being said, we understand everyone wants to test it. Everyone wants to know, hey, I just want to know it's real. Есть английская идиома «гнаться за пенни» — это мелкая монета, но терять при этом доллары. Если перевести это на русский, это получится «гнаться за копейками», но терять при этом рубли. То есть человек, который мыслит краткосрочно, кто гонится за сиюминутной прибылью, да, он хочет получить прибыль как можно быстрее, но при этом он проигрывает в долгосрочной перспективе, потому что не мыслит стратегически. Вот мы как раз хотим становиться не теми, кто ищет краткосрочные прибыли и хочет выводить как можно быстрее. А мы как раз хотим мыслить стратегически и мыслить в долгосрочном периоде и давать нашему капиталу вырасти. Как раз сложный процент способен это сделать. Самое воодушевляющее для меня, говорит Илья, это построение именно команды и построение резидуального дохода, то есть от личной команды. And this is very exciting. I mean, we see ups and downs in a short term. Да, те люди, которые могут увидеть минус на своем счете, 5% minus in one day or whatever. How come this happens? Они могут расстраиваться. What can we do? So I think over the time people will just start to, you know, understand what's happening here. So we will create track record. Но я думаю, что со временем люди приобретут больше уверенности. Edward, I know that we have one more. У нас еще есть одно объявление. Ну, точнее не объявление, а ситуация, которую мы хотели бы обсудить. Да. В начале я расскажу вам историю, может быть, в начале вам будет непонятно, о чем вообще речь, что я хочу сказать, но потом вы поймете. Да, чтобы вы правильно понимали, это не совсем объявление, это именно рассказ об одной проблеме, которую мы решили, и мы просто хотим об этом рассказать. Это вопрос, ситуация, которая возникла как бы внутри нашего сообщества. И я считаю, что полезно всем будет об этом знать. Итак, история следующая. But anyway, so here's the story. К одному мужчине приходит молодой человек и говорит, что я учитель, и вы были, когда я был маленьким, вы были учителем в моем классе. И молодой человек сказал, что это вы вдохновили меня стать учителем. И мужчина спросил, а когда ты решил стать учителем? Почему? И он сказал, вы знаете, один из учеников в классе, мой друг, он принес в класс карманные часы. И я украл эти часы. И мой друг сказал, что у меня украли часы. Он пожаловался учителю,
И учитель сказал тогда, что всему классу, верните часы, но никто не отвечал. И тогда учитель сказал, что закройте все глаза, и начал обыскивать карманы всех учеников. Он обыскал все карманы, и вы нашли часы в моем кармане. Но вы, когда нашли часы, вы не остановились, а обыскали у всех карманы. И вы тогда никому не сказали, что нашли эти часы у меня. И вы как бы не стали меня позорить перед классом и сохранили мне достоинство. И в тот момент я решил, что я хочу быть похожим на вас. Хочу тоже стать учителем. И к чему эта история? В январе один человек догадался взять реферальную ссылку и в конце по-английски сделать такой логин undefined. Это, ну, означает неопределенно. И эта ссылка у многих выскакивала автоматически. То есть, если помните, у нас была проблема с именно с реферальными ссылками, они не работали должным образом. И так получилось, что многие люди регистрировались по ссылке этого человека, кто вот так сделал. То есть получается, что люди думали, что регистрируются по реферальной ссылке своих друзей, знакомых, тех, кто пригласил их в Дейзи, но фактически они регистрировались по ссылке человека, который додумался вот сделать себе вот такую ссылку, где в конце стояло undefined, то есть неопределенное. И фактически можно сказать, что он крал чужих людей, чужих кандидатов. То есть люди думали, регистрируются по одной ссылке, а фактически регистрировались под другого человека. И когда возник вопрос о замене смарт-контракта, когда мы переходили с тронов на USDT, мы решили, что это хорошая возможность восстановить справедливость, и было принято вот такое решение. Ну, на наш взгляд, это оптимальное решение. Те средства, которые будут поступать на кошелек, которые мы поставили, они пойдут на благотворительность, мы сможем эти средства использовать в различных промоушенах компаний и так далее. То есть фактически мы будем эти средства использовать для нашего сообщества и тем самым компенсировать, так сказать, то, что партнеры были украдены, можно сказать. And we want to keep our eyes closed, not look who did this and blame. Каждый, по сути, принимает собственные решения в жизни и сам несет за них ответственность. Джереми говорит, что я считаю это очень неправильно, то, что человек сделал. По сути, это воровство внутри нашего сообщества. Он крал чужих людей. И люди шли по реферальным ссылкам своих друзей, думая, что они регистрируются под своих друзей, а попадали под этого человека. И мы приносим извинения всем, потому что это была техническая проблема. Мы бы, конечно, хотели заменить этот кошелек еще раньше, но это смарт-контракт, и смарт-контракт децентрализован, то есть мы не могли раньше ничего сделать. Это особенность смарт-контрактов, которые децентрализованы.
we can't change anything. We can't go in and change someone's wallet. Но поскольку у нас возникла вот эта ситуация переноса, то есть нам удалось вот этот вопрос решить таким образом. Мы приняли такое решение, where we were able to do the right thing for the community and make that decision. So I hope that everyone realizes that this was not some type of decentralized. То есть это было решение, продиктовано не тем, чтобы, ну, чтобы извлечь для нас конкретно какую-то пользу, а именно чтобы восстановить справедливость. В общем, те средства, которые будут на кошельке, мы сможем их использовать для благотворительности, на различные промоушены внутри компании. Илья говорит, что мне понравилась эта притча, эта аналогия. And we all know that most of our leaders, they have somebody who, you know, who lost actually the И, собственно, некоторые люди даже потерпели, ну, финансовые потери, потому что, по сути, получается, их люди регистрировались под другого человека. So this is why I think it's very good that we addressed it on this call. And yes, I mean, we are decentralized, like, как Илья говорит, да, мы работаем децентрализованно. During migration, we could do it technically, so we had this chance and we did it because all of us, we do remember that situation back in January. Awesome. So guys, yeah, to close out, go ahead, Эрик. И, Джереми, я попрошу тебя высказаться в завершении. Ты лучше всего открываешь встречу, лучше всего заканчиваешь. Друзья, я еще раз напоминаю, что мы за время запуска побили уже несколько рекордов в сетевом маркетинге. Our mission is not just to create a 7-day story, it's to create the most admired community. И я призываю всех вырабатывать именно долгосрочное видение нашего проекта. Project that does everything the right way to the highest level of integrity and excellence in everything that we do. And we want Daisy to И мы считаем, что Daisy станет проектом, которым будут восхищаться. Daisy to the next level. Now we continue to build, we continue to create the stories. My favorite part of what's happened in those first 7 days. Sure, there's a ton of exciting за, stories. Буквально за прошедшие дни уже у нас есть огромное количество тысячи различных историй, когда люди смогли заработать с момента запуска какие-то дополнительные деньги. Они сделали апгрейды, ну, на те пакеты, какие только смогли, и начали строить команду, и уже заработали какие-то деньги. Для некоторых это очень существенный доход. Я считаю, что модель Daisy – это одна из наиболее мощных моделей, которые существуют на сегодняшнем рынке. Я считаю, что у Daisy есть все необходимые составляющие. На данный момент у нас 85 тысяч участников. И я предлагаю всем участникам Daisy сфокусироваться на том, чтобы стать пейс-сеттерами или помочь своим партнерам стать пейс-сеттерами. Давайте сфокусируемся на том, чтобы помочь всему нашему сообществу достичь поставленной цели. Те, кто присоединился к Daisy в первые 7 дней, сейчас уже пожинают плоды своей работы, своего труда. И
У нас внутри сообщества есть много замечательных лидеров, пейсеттеры. Я считаю, что в Daisy есть очень мощная команда, мощное основание, так сказать, мощный фундамент. Все обещания, которые Daisy давала, она постепенно воплощаются в жизнь. Помните, что это долгосрочная игра. И те, кто уже с нами, можете быть уверены, что вы увидите много воодушевляющих вещей. Я предлагаю сфокусироваться на том, чтобы достичь оборота в 1 миллиард долларов в течение последующих 120 дней. Я предлагаю сфокусироваться на том, чтобы достичь товарооборота в 1 миллиард долларов на протяжении последующих 120 дней. Global Star Club. Возможности безграничны.